соответственно, доставляться в ту или иную точку Тверской области, соответственно, разворачивается этот мобильный комплекс. Плюс ко всему, сама лаборатория поставляется с методикой обучения, которая одобрена всеми ведомствами, которые, соответственно, могут это сделать. По ней, соответственно, проходят занятия с детьми. Это линейка на реакцию, которая позволяет понять детям, вообще даже в принципе взрослым, о том, что два дела одновременно выполнять человек не может. Соответственно, мы сейчас это проецируем на пешеходный переход. То есть, когда мы переходим, мы должны думать, как мы это делаем, и полностью выполнять правильный алгоритм действий. Поэтому, когда мы бросаем линейку, предположим, говорим там на счет 3, да, ребенок ее может поймать. Когда мы его начинаем отвлекать какими-то разговорами, и при этом при всем до этого, когда информацию сказали, да, будем бросать на счет 3, то в этом случае ребенок может не поймать, либо ее там почти поймать, либо вообще не поймать. То есть это примитивная история, но дает как бы понять, задуматься над тем, что нужно думать, когда мы переходим, поскольку это как бы, ну, наше здоровье, наша, собственно, жизнь в конце концов.